Прыжки на батуте – вид спорта для Сочи новый. Развивать его начали в начале прошлого года. И вот первые соревнования – первенство города. Кстати, третья спортшкола сегодня единственная в Сочи, где тренируют батутистов. Секцию посещают 48 спортсменов. Мы рассчитываем, конечно, что в ближайшее время у нас в городе Сочи появится свой спортивный зал, где ребята могут заниматься олимпийским видом спорта, батутом. И в дальнейшем этот вид спорта планируем еще больше развивать и рассчитываем, что все больше и больше ребят придут в этот вид спорта. Мотивацией заниматься еще лучше для спортсменов стала встреча с Александром Москаленко. Это первый в истории нашей страны олимпийский чемпион по прыжкам на батуте. А в 99-м году он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель наибольшего количества золотых медалей в истории этого вида спорта. Сейчас возглавляет Краевую федерацию прыжков на батуте. Это очень приятно. Он дал мне автограф. Я буду стремиться также, чтобы стать тоже олимпийским чемпионом. Старт дан. Дальше мы уже будем думать, как развивать, как увеличивать количество занимающихся для того, чтобы из этой когорты, начальной когорты выросли те звездочки, которые в конечном итоге прославят нашу страну. Первенство Сочи – это отборочный турнир. По его итогам будет сформирована сборная для участия в спартакиаде учащихся Кубани. Соревнования пройдут в апреле в Краснодаре. Ольга Десятова, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.